Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт «Фокусы от моряка». В этом видео мы с вами будем делать очередной обзор, очередной очень классной колоды. Но прежде чем мы будем делать этот обзор, я хочу сделать для вас небольшое объявление. А именно, с 14 по 31 декабря в магазине 54 Cards будут действовать 10% скидки абсолютно на все товары. Код купона на 10% скидку я оставлю в описании к этому видео. Поэтому, друзья, советую вам поторопиться. Дело еще в том, что все те люди, которые совершат покупку с 14 по 31 декабря в магазине 54 Cards, автоматически станут участниками розыгрыша призов. То есть будут разыгрываться различные колоды и интересные всякие реквизиты для фокусников и трюкачей. Поэтому поторопитесь. Ну а я хочу что вам сказать по поводу колоды. Колода эта называется Magic Castle. Колода эта пока что довольно-таки редкая. Ее я купил именно в магазине 54 Cards. Там они сейчас есть в наличии. И хочу сказать, вообще ни грамма не пожалел о том, какая это просто обалденная колода. Ну ладно, сейчас подробненько посмотрим на нее. Собственно, давайте приступим. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что это за колода такая Magic Castle. Колода эта бывает в двух цветов, в красных и в синих. Ну, я так предпочитаю больше синий цвет, поэтому в синем цвете себе ее и приобрел. Итак, что у нас изображено на коробке? На коробке у нас изображен, собственно, сам вот этот вот магический замок, да, Magic Castle переводится как магический замок, кто не в курсе. Здесь изображена такая вот сова, сидящая на жердочке, и написано «Science 1963». Вообще, Magic Castle — это что-то вроде закрытой академии для иллюзионистов. Как я понял, они там обучаются своему классненькому этому ремеслу, удивлять людей. У них там есть всякие семинары, закрытые какие-то собрания. В общем, это место как раз вот там, где люди профессионально обучаются и становятся иллюзионистами и фокусниками. Итак, что у нас здесь сбоку написано? Сбоку у нас написано о покрытии Air Cushion Finish Made in USA, соответственно, где произведено. Здесь написано Magic Castle, Голливуд, и, собственно, ссылка на их сайт magiccastle.com. На обратной стороне изображено то же самое, что и на лицевой стороне. Ну что ж, давайте откроем коробчонку. Ну, сверху у нас надпись, что это колода покерного размера. Откроем коробчонку и посмотрим сами карты. Итак, как обычно, у нас, конечно же, здесь есть рекламные карты. То есть рекламные карты, в которых вкратце расписано о том, что это такое Magic Castle и чем они занимаются. То есть то, что это приватный клуб, то, что члены клуба – это, как правило, известные фокусники, ну и так далее. Итак, если кому интересно, можете на сайт Magic Castle перейти и сами все это дело посмотреть. Так, сама колода. Ну, как обычно, начнем с джокеров из пикового туза. Джокеры у нас выполнены в виде двух вот этих вот сов. Таких вот перевернутых, да? Собственно, я как понял, сова – это как бы визитная карточка вот этого Magic Castle, потому что и на коробке, и на тузе пик, и на джокерах нарисованы именно вот эти вот самые совы. Вот такие вот у нас джокеры. Туз пик. На тузе пик изображена, опять же, полюбившаяся уже всем нам сова. Надпись Magic Castle. И здесь вот ниже Magic Castle is a registered trademark of Magic Castle Incorporation. То есть Magic Castle — это зарегистрированная торговая марка вот этой вот корпорации Magic Castle. Ну, не корпорации, да, вот этой вот организации. Вот такой вот пиковый туз. Сразу давайте посмотрим на рубашку. На рубашке у нас изображено все то же самое, что и на лицевой части коробочки. Тот же самый замок, надпись, сова на жердочке, Science 1963 и так далее. Вот такая вот у нас рубашечка. Что касается самих карт. Сами карты здесь классика. То есть все изображения классические, шрифты классическая, расцветка классическая. То есть обратите внимание, вольты, дамы, короли, все то же самое.
прошу прощения, не вольты, валеты, правильно говорить. Также опять валет, дама, король, король, дама, валет. Все классика. Расцветка тоже классическая. Друзья, ну вот по качеству хочу отметить то, что карты просто обалденнейшие. То есть в руке они сидят просто как влитые. Когда я делал обзор на Феникса, я думал, что Феникс очень мягкий и эластичный, но вот с Magic Castle гораздо лучше продаются всяким контролем. То есть очень хорошо происходит контроль карт, например, во время дрибла, например, во время пролистываний всяких, во время рифл шаффл. То есть очень хорошо карты контролируются. То есть вот эта мягкость, приятная такая мягкость, придает огромный плюс просто этой колоде. Ну, само собой, скольжение, конечно же, клевое. Все-таки Air Cushion Finish. Зарекомендовал себя уже давно. Всякие веера, ленты делаются, собственно, спокойно. Все могу взять, покрутить, все покатать. Все хорошо катается. Поэтому, друзья мои, кто хочет купить себе вот, ну, блин, реально офигенные карты, вот советую присмотреться вот к Magic Castle. То есть качество именно заметно сразу, когда только берете колоду в руки и начинаете делать какие-то первые манипуляции. То есть все очень гладко, спокойно и безо всяких напрягов все проходит. Карты очень хорошо поддаются контролю. Ну что ж, друзья, как обычно, ссылку на проверенный магазин, а собственно в 54 карты, это единственный магазин, где есть эти карты, я оставлю в описании к видео. Также не забываем про акцию, которая сейчас проходит в 54 карт. Вот. Ну, собственно, на этом наш обзор закончен. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!